всем привет из Китая. Сейчас я нахожусь в Гуанчжоу и направляюсь на рынок часов. Несмотря на то, что сейчас уже вечернее время, рынок часов, он работает допоздна, как правило. И даже поздно вечером можно сюда прийти, посмотреть часы, пообщаться с продавцами. К сожалению, зачастую снимать там ничего нельзя. Но я попробую это сделать. Давайте сейчас попробуем войти в рынок и посмотреть, какие часы там сейчас продают, что сейчас в тренде, какие цены. Итак, со входа на рынок вас встречают вот такие магазинчики. Здесь не продают часы, здесь продают к ним упаковку. Упаковка зачастую абсолютно идентичная, фирменная упаковка. Good job. Фирменная упаковка, и здесь можно купить абсолютно любую коробку, чек, в общем, все, что хотите. То есть здесь могут даже выписать вам чек там на миллион гонконгских долларов, например. Это в порядке вещей. Здесь, в этом ларьке, также с улицы представлены образцы того, что они продают. Это упаковка для дорогущих часов. Даже реплики будут стоить больших денег. И вот такие упаковки, они тоже совсем не дешевые. Они сделаны из дерева, к ним идет вся необходимая документация и даже ценники. Ну что, давайте сейчас попробуем зайти в рынок и посмотрим, что здесь продают, по каким ценам. Я не знаю, сейчас дадут ли мне снимать или нет, но камера у меня включена. Давайте посмотрим, попробуем. Как правило, продавцы многие сейчас закрывают свой товар, и потому что они торгуют копиями, это незаконно. И в основном, если вы уже пришли пообщаться по поводу часов конкретной модели, они готовы это открыть и показать. Как правило, тот товар, который сейчас на витрине, это не копии, это не реплики, это местные китайские какие-то бренды. То есть, если вы видите такие товары, витрины с открытым товаром, как правило, это будут не копии. Thanks. И если вы хотите уже пообщаться напрямую, то нужно подходить к продавцу, задавать вопросы, вам покажут каталог, вам покажут образцы. Но в основном это все торгуется из-под прилавка. Девушка сейчас здесь сидит, перекусывает, и товар весь у нее прикрыт. Цен здесь, конечно же, с ходу не будет. Цены все здесь нужно узнавать и уже общаться напрямую с продавцом, если вы нашли что-то для себя интересное, что-то для себя подходящее. Цены, как правило, здесь сходу вам заряжают очень высокие. Особенно если видят, что вы без товара, что вы не в курсе, с вас попросят 3 шкуры. Покупателей здесь всегда очень много, даже в вечернее время суток. Здесь люди со всего мира приезжают за копиями часов. Здесь также есть секретные шоурумы, которые далеко от входа, которые находятся отнюдь не здесь. И если вас интересуют какие-то настоящие копии, то есть это будет Rolex золотой, абсолютная копия, но вам его здесь никогда, разумеется, не покажут. Это нужно идти в закрытый шоурум, и там, конечно же, снимать никто никогда вам не позволит. Моделей здесь на самом деле очень много. Абсолютно любых брендов, копии, китайские бренды. Но китайские бренды здесь также стоят довольно-таки дорого, и это выгоднее покупать на других площадках. Сейчас вот пользуются большой популярностью у них такие часы. Они представлены здесь на витрине, но можете посмотреть, что здесь просто какая-то своя надпись. То есть вот эти часы, это копия дизеля даже есть. Как правило, в розницу их цена варьируется около 250-350 юаней, зависит от качества. Сейчас, огромнейшему удивлению, я хожу спокойно, снимаю, и мне никто ничего не говорит. Меня это немножко удивляет, потому что зачастую с этого рынка меня просто гнали, и снимать ничего совершенно мне не позволяли. Ну что ж, сейчас с камерой, даже если я начну узнавать цену, выяснять, сколько стоят те или иные часы, со мной, скорее всего, общаться никто на камеру не станет. Поэтому цену, к сожалению, я вам озвучить не могу. А какого-то стока, каких-то распродаж здесь нет с указанными ценами. Но, в принципе, рынок выглядит вот таким образом. Здесь можно найти абсолютно любые копии. Можно найти китайские бренды.
Если вы покупаете оптовую партию, то цена будет более чем адекватная. Также по соседству с рынком часов здесь расположилось очень большое количество магазинов, где вы можете приобрести все необходимые аксессуары, ремни, батарейки. Также вам здесь могут починить часы, можно даже собрать свои собственные. Это все также здесь представлено в огромнейшем количестве и всегда есть в наличии. Здесь профессиональные мастерские для часов, где вам могут произвести или ремонт абсолютно любой сложности. Ремни здесь представлены в очень широком ассортименте. Ремни, различные шестеренки, стекла. И все это здесь можно приобрести по очень хорошим ценам. Также здесь представлены стрелки, циферблаты и вообще все, что вы хотите. Ну что, сейчас на рынке часов со мной произошла интереснейшая история. Пока я просто ходил рядом с рынком, снимал, ко мне подошел человек, говорит: о, у тебя классный стаб, там ля-ля, тополя, у меня вообще есть дрон, говорит человек, а что ты ищешь, давай я тебе покажу часы. Я говорю: хорошо, давай показывай, какие у тебя есть часы, мы посмотрим. В общем, мы пошли с ним в шоу-рум, и я думал, что могу снимать, но он мне сказал: нет, снимать здесь, конечно же, нельзя. В общем, заснять он мне там ничего не дал, к сожалению, и предложил мне часы. Я показал, какая моделька мне нужна, и говорю: давай, мне нужно 100 штук. И он говорит: нет, у меня нету 100 штук, на рынке часов, где здесь идет счет на оптом, говорит: я тебе продам одни. Я говорю: нет, слушай, дружище, мне не нужны одни, мне нужно 100 штук в двух цветах по 50 каждого. И после чего как-то у нас разговор совсем не пошел, он слился, говорит: нет, давай сейчас покупай одни, у меня сейчас нету 100, и спросил мою цену. В общем, цену я ему при покупке 100 штук дал дешевую, разумеется, потому что это уже идет какой-никакой опт. Ну и в результате, после озвученной мною цены, со мной быстро распрощались, и на этом все наше общение закончилось. В общем, человек оказался простым помогайкой, часов у него в наличии, к сожалению, не было никаких. Поэтому всегда будьте осторожны, если вы приехали на рынок, старайтесь все покупать самостоятельно, либо с проверенными своими китайскими какими-то друзьями, и никогда не ведитесь вот на такие темы. Почему я пошел? Потому что мне, во-первых, стало интересно, что мне вообще предложат, по какой цене и что мне покажут. Ну и главная причина, почему я согласился с ним пройтись, потому что он мне сказал, что можно будет снимать вначале. Но после он сразу же с этой темы съехал. Вот такой вот ларек с часами, он просто бросается в глаза. Пройти мимо этих золотых часов просто невозможно. Посмотрите, как они блестят. Обратите внимание, какой контраст здесь по сравнению с другими рынками. В большинстве своем здесь продавцы очень сильно уныло скучают и особо ничего не предлагают, потому что в любом случае здесь, именно на этом рынке, как правило, всегда очень-очень много покупателей. И всегда у них есть варианты что-то купить, что-то продать. Ну что ж, в конце концов, это было ожидаемо. С рынка этого меня погнали, снимать мне, в принципе, не дали. Но мне удалось заснять небольшой ролик, показать вам, какие здесь есть модели, что здесь вообще продают, как здесь обстановка. Друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорых встреч в Азии. Всем пока!